Всем привет, с вами Шмаг на канале Уш. Мы играем в игру под названием Fate Silence. Мы в нее играли на стриме. И мы что-то сделали там нормально. Вроде или нет, не знаю. Подожди, ты кто? А, ты этот. Подожди, стоп. Еще раз сюда. Нам нужно за-за-за-за. Это у нас что? Лечебная припарка. Медленно восстанавливает здоровье. Да. Мы с вами на стриме убили охотника, насколько я помню. И все. Мы ждали, пока наш... как его зовут? Цзинь, по-моему, да? Он закончит нашу... наш сарай. Не хватает дров. Установлено, не хватает дров. Хорошо, ладно, давайте пробежимся. 18 градусов, в принципе, еды все нормально у нас. Да, надо все время не забывать, что у нас есть стамина, ее нельзя... Ее нельзя... Давай-ка мы вот туда пойдем. Подожди, нет, мы же справа открывали много чего. Давай-ка мы вправо побежим. Ну, не открывали, а в том смысле, что... в том смысле, что мы там убивали охотника, и, собственно говоря, мы вроде там всех истребили. Хороших существ, которые там были. Хотя, может быть, и не всех. Ну, давай туда направо побежим, потому что налево я не знаю, что будет там налево, поэтому давай направо. В принципе, я так понимаю, мы можем сейчас еще где-нибудь найти еще одного путника какого-нибудь, да? Который присоединится к нашему лагерю и поможет нам с... С чем-нибудь, да и поможет, я надеюсь. Падает температура, а что сейчас будет опять вьюга какая-нибудь? Цзинь на охоте, это хорошо. То есть мы добываем... Давай сейчас добудем... Подожди, что у нас в инвентаре? Инвентарь полный. В смысле, ну, мы его освободили. Так, подожди. Да, что там... Подожди, что там впереди значок? Там деревья. Сейчас давай деревья. Да, порубим деревья. Давай здесь порубим деревья. Потому что нам нужно дерево для сарая. Два дерева. Да-да. Так. Так, и мы возвращаемся в лагерь, чтобы он закончил сарай. Потому что, ну, сами понимаете, что... Опа, слушай. Опа, это кто там был? Как будто вылез, нет? Он мне не скинет это говнище? Не скинет, падла. Ладно. Подожди, Цзинь у меня занимается не рубкой леса, а охотой. Надо это поменять, потому что я же вроде менял, или нет? Или я наоборот его на охоту? Это я не помню. Момент. Сейчас надо еще раз это проверить. Потому что... И он, по-моему, уже не охотник у нас, Цзинь. Он, по-моему, наоборот, у нас лесоруб, а я его за это самое. Да? Неправильно немножко, мне кажется. Это немножко неправильно, поэтому давайте-ка мы побегаем немножко и отнесем все-таки к сараю дерево. В принципе, игруха нормас такая, но вот этого и беготни, конечно, очень мне не нравится, потому что, ну, сами понимаете, что это, конечно, никуда не годится. Dad, there you are. Да, я здесь, малая. Не надо меня, пожалуйста, ни о чем спрашивать. Остановлено. Цзинь. Цзинь возводит постройку. Всего вроде хватает или нет? Да, всего хватает, и
по идее, 86%. Пойдемте сбегаем еще... Тогда еще куда-нибудь сбегаем. Направо очень далеко бежать. Может быть... Не, давай туда, да, сбегаем. Подожди, как там... О, вот сюда, да. Или сюда лучше. Здесь поближе бегать. Давай сюда, да, сбегаем поближе. Мы уме... Ой, я думал, сейчас получу урон. Но не получу. Это хорошо. Так, и знаешь, что еще надо сделать? Так вот, чтобы хпшка восстанавливалась. Потому что мы сейчас будем там стопудово воевать с кем-нибудь. И чтобы хпшка была полная. А, голод. Подожди, голод растет потихоньку. У меня еще... Отменяется миссия. Миссия отменяется, потому что мне нужен... Мне нужен кусок оленя. Да. Не, если бы я знал, где находятся соратники, так скажем, да, то я бы, конечно же... Конечно же бы туда и ну, сразу побежал, потому что, сами понимаете, в лагере один будет добывать дерево, второй еду, это логично. Но так как я не знаю, где наши с вами... Подожди, а чё у меня так мало стрел? А, нормально стрел, нормально стрел. А, так как я не... А, подожди, а я не могу перезарядить этот колчан? А, могу, вот так сделал, да-да, вот так могу. А вот так вот сделали. Погнали. То есть колчан мы возродили кое-как, да? Пойдем оленину немножко добудем. Вообще, я сейчас не знаю. Вот на стриме я играл именно таким способом. То есть туда-обратно бегая. Может быть, есть какой-то другой способ. Если ты знаешь его, напиши. Чтобы я не... Да, как раз он закончил пас... Он на охоту пошел. Ну ты падла, я тварь или кто ты? Я на охоту уже бегу. Просто я не знаю, добывает ли он оленину, понимаешь? О! Aim at a deer, but you'll only slice the air. Блин. Сорян, олень, но ты мне нужен. Так, и давай дерево еще срубим. Где у нас дерево? А, вот здесь дерево. А, и вот тут дерево есть. А, подожди, а что у нас... Как сделать... Подожди, как посмотреть... поручить? Кто он у нас? Он знаток... Да, я же его рубку песа. Ну, ё-моё, ну почему... Вот почему игра так делает? Ремесло, карта. Ты у нас рубишь дерево. Да. Дзинь рубит. Я же так. Ну блин, походу сбилась. Ну, пока да, мы играли, сбилась немного. Он должен. Он не умеет охотиться. Он только рубчик. Он строитель и рубчик дерева. Поэтому, соответственно, еды от него и не дождешься. Это логично. Это логично. И давай срубим еще дерево для того, чтобы. Короче, собрать дерево. Вот. Ой. Я 5 стрел потратил на... Да ладно. Мы вот так берем. Короче, все, что можем, все. Далее, все. Уходим. И нужно, конечно, лучше уже ориентироваться в пространстве. Потому что мы уже с вами, в принципе, долго играем. Но я еще пока не могу. Я еще пока не понял ориентиры. И нам, слушай, надо факел делать, потому что факел-то уже все. Там, смотри, на излете его. Вот. И, скорее всего, я что-то делаю неправильно. Точнее, ну, я в этом уверен, мне кажется. Ну, ладно. Подожди, вот... А, он вырубил, и он уходит на охоту. Он вырубил ее. Все, я понял. Вот тогда пошел туда. Да не рубит лес, все правильно. А, подожди, а если его будут кусать какие-нибудь упыри? Так, ну ладно. Давай сейчас посмотрим в сарае, что мы можем сделать. Потому что сарай отстроен. И в сарае мы можем чего-нибудь там делать. Скорее всего. И какой сарай большой и огромный. Хороший сарайчик. В нем сразу у нас
Так, тайник. Мы сразу дерево убираем. Мясо мы сейчас пожарим. То есть вот это мы все убираем. Тайничок. Тайничевский, да? Еда. У нас есть еда, кстати, да. Так, давай-ка мы сразу пожрем. Ну, нам хватит пока, да. Убираем обратно. Мясо сюда, значит. Тут что у нас есть? Подожди, а внизу, наверное, есть что-нибудь прикольное, да? Все, хорош. Отдыхать нам вроде не надо. Ну, отдых это типа согревание. Так, подожди. Да здорово, здорово, мелкая. Еле держится на ногах? Да, хорошо, пусть справляется. Без проблем. Здесь что можем мы делать? Подожди. А, инвентарь, ремесло, ремесло. А что мы? Здесь типа то же самое? В смысле? Сейчас, подожди. Нетронутые останки, он может сделать с них кожу, 4 штуки. Ингредиенты в тайнике, нетронутые останки, он может мех сделать. Меховой плащ, мех и волокно, нетронутое дерево, деревесина. Стрела охотника, резное дерево, кожаный шнур. Нетронутое дерево надо, да? Кожаная сумка, кожа и волокно. Кожа. Ага. Короче, нам нужны... Нам нужны нетронутые останки очень много. И волокно. Погнали, короче, собирать. Здесь мы ничего не можем, да? А здесь... А, здесь просто тайник. Все, понял. А здесь что? А, здесь, видимо, нет. Все, окей, хорошо. Погнали, значит, мы хотим сюда сходить. Погнали сюда. Посмотрим, что там есть. Почему-то там горит красное говнище. Не зачищен район, это, наверное, да? Поэтому, ну, погнали, да, туда. Зачистим райончик немножко. Немножко на дорожку. Дорожку немножко, не на дорожку. Равнины. Ну, типа того. По равнины. Вот что это за большое, огромное говнодерево? Может, к нему побежим? Но оно вроде далеко, нет? Но оно мне не нравится. Оно такое щупальцами своими. Такой. Не очень хорошо, да? Не очень хорошо, в принципе, да? Он же только что отдыхал, тот дзин. Он опять, опять. Это типа первая крепость, но вот там слева есть эти. Да, пойдем туда. Прямо и чутка налево. Мы правильно идем, в принципе. Там есть какие-то негодяи. Сейчас мы их попробуем немножко чпокнуть. Или они нас... Ну, короче... Короче, сейчас мы узнаем, на самом деле, что будет. Я еду с собой не взял, я дурак. Об этом? Тихо. Здесь палач. Нет, не топор. А, он не палач, он потрошитель. Так, что здесь у нас? Старый лес, искать. Живник и какая-то травка еще, да? В смысле? А туда ты не можешь, что ли? Ты не проходишь тогда. Дурак, что ли? Так, подожди. Ах ты, падла, тварь! Ах ты, скотина.
Да, слышь? Моя прекрасная, пусть получишь ты же. Она вернется и удушит тебя. Да-да, хорошо. Так, зловещие сущности, искать. А, согревающий осколок тут больше нету? Раньше можно было что-то поискать еще. Нет? Подожди. Я все сделал? Все вроде сделал, да? Так, припарку делаем сразу же, да? Припарочку. Чтоб немножко восстанавливалось здоровьешко наше, да? Мне вот заметил, кто это. Ты че, падла, тварь? Как ты заметил меня? Дурак, что ли, ты? Блин, я знал, надо уходить было. Вот. Крепляющая. Ой, да, это хорошо. И волокнишка еще. Да, сунули. Волокнишка. Давай-ка тут еще немножко походим. Мне кажется, я не все обыскал. Обыскался, да? Так, тихо. Обнаружена область сбора ресурсов. А где? Подожди. Сбор ресурсов где? Стоп. Где-то здесь. Можно деревья, типа, пособирать или... А, или дальше. Ой, а что это за лаги такие? На. Так, а как туда попасть? Огонь. Тихо. Ух, сука, напугала меня игра. А, я же могу, я тупой, я забыл, ребят, извиняюсь. Я же могу вот так все сделать, и все будет видно, да. Я забыл про это, извиняюсь, извиняюсь. Я только сейчас вспомнил, что у меня есть такое зрение, которое показывает, где что лежит. Так, старый лес, это хорошо. Живник, нетронутое дерево, это тоже... Да, в смысле, а как туда попасть? За бред. Через крышу? Подожди. А, все, понял. Сюда. Нет, не понял. А, вот сюда, да-да-да. Ага, ага. Так. Так, стрелы, зловещий старый лес. Шикардос. Опа, иди-ка ты нахер. Иди-ка ты нахер. Иди-ка сюда. Подошел сюда быстро. Ты кто, ёпта? А, это обычный этот. Да, давай, мы его надо этот. Потрошитель обычный. Ну, не обычный, он, смотри, какой. Он такой этот, осьминожка такая, да? Щупальцами, падла, тварь. Ну, в принципе, чё, сильные удары, 4 сильных удара и... До свидуси. Ты мне дашь, слышишь, это? Не дашь зловещую сущность? Не дал, падла. Так, ну он вроде умер, да? Так, старый... я сказал, старый лес искать. Нетронутое дерево. Еда. Так, опять же, В. Ви. Ви. И Ви-Ви. Так, и только тут дерево, да? Нетронутое дерево. Там ничего нет у нас, серьезно? А чё он тут тогда... Ладно, выйти не могу. Только как... Ну, хорошо. Порушечно. Так. Что здесь еще есть у нас поблизости? Ой, забыл опять. Стамину, стамину надо вот смотреть, стамину. Не получается иногда смотреть стамину, потому что... Просто потому что... А что, а как туда пробраться, подожди? А-а-а. Ага, хера, хера. Херас два, говорится, да? Так, все, мы попали. Кто-то где-то шумит, мне это не нравится. Может быть, что будет такое, что сейчас мы... Я бы не хотел встретить охотника опять, потому что это будет очень... Новое укрытие, это где? Подожди. Поляна с живниками, новое укрытие, так. Давай тогда туда и пойдем, посмотрим, что там. Тихо, на меня кто-то пялится. Меня кто-то видит. Или нет?
Руководство по выживанию обновлено. Но нам пока подожди. Нам пока оно... Пока так, так-то оно не нужно нам, по сути, да? Дополните бочку топлива, чтобы отдохнуть в этом укрытии. Ко мне пока не надо. Не надо, стоп. Ну дай сюда, то камень искр я нашел. И что здесь у нас? Лечебная припарка и ключи жгучий. Я пока не буду. Я пока не буду зажигать здесь бочару, бочарскую. Я не пройду туда, надо через верх, наверное, да? Опа! Я забыл, я тупой мудак, я забыл, что плевун, он бывает... Тихо, нормально. Что плевун, он... Почему ты опять мне делаешь, я не понимаю... топор. Что за бред? Так, еда, это отлично. Мы сейчас пожрем, потому что мы хотим... Еще волокно мы нашли, надыбыли, отлично. Может быть, мы меховое... сможем что-то меховое сделать. Да, прыжочек на F, это, конечно, не очень хорошо. Так, стой, давай-ка мы пожрем. У нас, кстати, две еды есть. Это неплохо. Пока погода позволяет, пока мы, в принципе, шастаем. Еще шастаем, да? Так, давай-ка мы... Вот так сделаем и вот так сделаем. Тихо. Очистить форпост, очистить гнет. Ой, сука. Ты что меня бесишь? И не пугай меня. А где? А? Да блин, я нажимал! Сука, где это яйцо? Ой, извиняюсь. А игра вылетела, ребят, извиняюсь. Игра еще немножко сырая, поэтому, да, бывают такие вот моменты. Итак, мы с вами возвращаемся в игру, после того, как она у нас вылетела. И мы возвращаемся вот, вот в этом, на этом моменте примерно. Примерно. Как и тогда, мы с вами принимаем лекарства. Мы с вами делаем... Я просто не очень понимаю... А, все понял. Но пройти, чтобы пройти туда, я понял, ах, игра, какая же ты скотина, да? Да иди ты на! Да это, блин, ну я же успел! Опа, ёпти. Волка выплюнула, смотри-ка. А мы можем, по-моему, волков приручать, нет? Так. И у нас, типа, есть волк один, да? Или нет? Я что-то путаю. Подожди, еще раз. Угу. Что я сделал? Я съел еду? Зачем? Так, зловещая сущность. Подожди. Вон там еще что-то валяется. Пойдем соберем.
Так, и форпост, мне еще нужно одно гнездо захерачить. А оно где? Оно где-то здесь. Оно где-то здесь. Опа, ёпти, это кто там сказал? Стопэ. А где оно здесь? Я его не вижу, ты видишь? А, вон оно, вижу. Ну, поздравляю тебе, хана. Так, убирай. Да хорош ты со своим саном. Топором ты вечно, ты меня бесить будешь, да, с своим топоришком, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй, да-да-да. Зонка, зонка. Тихо. Так, здесь лабиринт типа будет, да? Еще один волчар, отлично, это замечательно. Это замечательно. Двух волков, которых можно, наверное, приучить на... Чтобы они, короче, охраняли, наверное, да? Уничтожить стража. Так, мы делаем вот так еще разочек. Ищем какое-нибудь говно. Старый лес. У меня уже мало в инвентаре, очень мало уже вещичек осталось. Так, что мы здесь можем сделать? Мы можем здесь подобрать всякого говна много, да? Давай. Нетронутое дерево. Замечательно. 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 Так. Здесь больше ничего нет у нас? Давай посмотрим внимательно. Да, вроде... Нет, вон, смотри, что тут есть. Две штучки или что это? А, это дерево. Все, так. Угу. А вот там дальше тоже что-то есть. Немножко сыкотно на это говно идти, потому что, типа, ну, камон, я же... Почему я не могу? В инвентаре нету места? Подожди. Что я могу выкинуть? Я же потом подберу его. Да, подберу. Хорошо. Я просто возьму вот так и захомячу еду. Да. И старый лес, подберу старый лес. Ну, правильно или неправильно я сделал, я не знаю, ребят. Поэтому так. А, и дрова я уже не подберу. Ну ладно. Ну ладнин, вот. В смысле? Дал прыгать. Опаньки. А что здесь у нас? Что здесь у нас? У нас здесь много всякого говна. И вот такая вот огромная говняха, да? Ну, давай попробуем уничтожить стража. Вот страж, мне это слово не очень нравится, потому что если он... А если он сильный, большой и сильный? Ну, охотника мы, в принципе, завалили, да? Но мне кажется, что страж, он посильнее будет, да? Или нет? Ну, давай проверим. Давай проверим. Тихо. А, вон он, страж. Ну, давай попробуем. В принципе, я готов, а ты? Слушай, ну он сильный физически. Ну, в смысле, у него хп много. Это не обычный потрошитель, которого мы били. Так, один есть. Опа, тихо. Все? Нет, не все. Очистить кристалл надо теперь. Погнали. Я не знаю, как это делать, но давай.
Нет, подожди. Почему не очистить кристалл? Потому что что? Очищаем. ХП тратится немножко, да, у нас? Моя красная паутина уничтожена, она вернется и удушит тебя. Мы очистили один форпостик. Ну ладно. А я могу телепортироваться, интересно, в свой город? Область открыта. То есть мы открыли с вами вот эту область. Да? И второй форпост там. Но там, там будет, мне кажется, помощнее, да? Потому что... Ну смотри, не, карта-то здесь огромная. Да? Так, хорошо, ладно. Вы получили дар для своей следующей реинкарнации. Я что-то там еще получил, но я не прочитал, ребят. Если кто знает, то напишите, что я там получил, а что я не получил. Тайник, мой тот тайник остался отлично. Это, вот это замечательно. Теперь я смогу спокойненько перекинуть все свои шмотки сюда, которые я насобирал, да? Да. И, а это что такое? Ну-ка, иди сюда. Искра надежды. И ее тоже сюда закинем, давай. Так. Где она? Вот сюда. Так, все. Так, теперь, значит, у нас здесь есть немножко, мы погреемся. Надо греться, не надо греться. Давай часик, может, отдохнем или нет? Не, давай не будем пока. Давай, пока мы все-таки на... Мы все-таки не на стриме с тобой, поэтому у нас, в принципе, времени... Нужно, чтобы времени надо показать очень много контента, собственно говоря, вот на таких вот записях, то, что мы с тобой сейчас делаем. Чтобы это сделать, я не буду отдыхать и буду максимально, то есть максимально буду делать по прохождению. Дрова, стрелы, это замечательно. Ну, двигайся давай. Дрова, факел. Факел мы на... Отлично. Факел это чудесно. Это чудесно, потому что у меня тут факел, он уже не факел. Нифига. Так, вот что там такое, мне интересно. Мы до тут доберемся с тобой или нет? Так, ладно. Отпираем ящичек, сундучелло такой, да? И ищем, что там есть. И ищем. Слышь, а как ты отсюда вылез, да, ублюдок? Ссаный. Я же очистил эту территорию полностью или нет? А мне кажется, или он стал сильнее немного, нет? А зловещую сущность, падла тварь. Вот так всегда, вот так всегда. Лечебный припарк, один из зловещих сущностей, отлично. С помощью зловещих сущностей, я вам напоминаю, мы можем делать... мы как раз таки делаем хпшку себе. С помощью зловещих... Так, дерево, дерево. Опа. Так, калиник и живник. Калиник, живник. Калиник. Так, справа у меня ничего нету, слева осталось только вот под этой грудой, под металлом, у нас что-то там есть, да? Ну, давай. Так, у нас есть тут дровишечки. Дровишки собираем, конечно. Ищем здесь, что у нас есть. Дерево, медная руда, отлично. И еще дрова, да? Угу. Так, все, да? Нет, вот там еще что-то валяется, но нам до туда... Ну, да пойдем, это, по-моему, я что-то не дособрал, потому что у меня не было времени. У меня не было места в сундуке. Не в сундуке, а как это называется? Ну, ты понял, да? В смысле, вот так, да. Все. А, нет. Подожди, а где-то я же тут что-то оставлял, или... А, вон еще там, смотри, дерьмище какое-то есть. Подожди, что у меня с инвентарем? Нет, пойдем скинем это сюда, в этот. И уже будем... От этого плясать. А что там за ящики? Подожди, там что-то... Я забыл. Стамина опять. Это да. Что там еще у нас есть? Подожди. А, и температуру можно, и пожрать можно, да? Нет, а это что такое? А, сейф. А в сейфе... А это то же самое или нет?
Нет, это не то же самое. В сейфе у нас... У нас там очень много всяких приколюх. Мы их сейчас заберем. Мы их сейчас заберем и будем жить, не тужить. Очень много... Или может оставить? Или не оставлять? Камон, да? Очень много всего у нас там. И чем сейф отличается от... Ну вот так, давай оставим, короче, в сейфе это. Вот так вот это будет, да. Так. И, собственно говоря, что? Так, а куда мы должны идти? Подожди, где я видел много всякого говнища? Вот там слева где-то, по-моему, да? Да, это чисто сейчас мы собираемся поборством ресурсов. Поборством. Можно так говорить? Поборство ресурсов? Или нельзя так говорить? Вообще бы мне что-нибудь пожрать бы уже, да? И... Да. Поборство ресурсов. Да. Опа! Вот там я что-то и не забрал, видишь? Глаз да глаз за тобой надо. Что это? О! Зловещую сущность хотел мне просерить. Ты чё, малой? Совсем что ли уже? А? Совсем что ли уже крышанской поехал, а? Так, ладно, собираем здесь оставшееся говнище. Еда, это хорошо. Это хорошо. Хорошая еще. Калиник волокно, это тоже хорошо. Мы сейчас сделаем себе меховую. Меховую шубу. Ля-ля. Да. Так. Ай, забыл про стамину. Не забывай, шмыга, помни. Стамина, она такая. Ты про нее как бы вроде и забыл, а вроде и не забыл. Вроде забыл, а вроде забыл. Короче, на самом деле на стриме мы с вами не то делали. Надо, короче, сюда быстрее бежать, потому что здесь, в принципе, легко. Это раз. Второе, это... А как мне подобрать это говно? Подожди. Нет. А как подобрать его реально? У меня есть высокий прыжок, у меня нет высокого. А, знаешь как, скорее всего, где-то можно забраться на одну из них. А, да, 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 да. Конечно же, да, да, да. Конечно же, эта игра будет про дурацкие прыжки. Ну, конечно же, потому что управление у игры через одно место сделано, поэтому. А, ну да, да. Ага. Забраться я могу только... Забраться я могу только сюда. А, наверное, вот так. Да. Так, теперь. Вот так. Дрова. Дрова. И последние дрова. А как последние дрова? Вот так вот, да, все, отлично. Отлично! А, нет, еще не отлично. А, смотри, я могу много раз нажимать на... Нет, не могу. Это, видимо, только с теми поленницами могло быть, да? Не, я же там вот так... Ай, собака-тварь. Дзынь, на охоте, хорошо. Забей на эти одну дровишку, короче, меня она уже не волнует. Так, короче. 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 Там мы были? Не, если он горит желтым, значит мы там... Или не, мы же там были. Или не были. Были или не были? Да, забыл, сорян. Не, в смысле? Смотри как, да. Так, хорошо. Так, сгружаем все. У нас в инвентаре сколько места? Мало места. Пойдем, сгрузим это говно. Еще дальше будет проходить. Попроходим немножко. Ну а как иначе? Как иначе? Так, и нам он дальше туда предлагает идти. Но на самом деле я предлагаю вот туда идти. Я не хочу идти туда вперед, я хочу идти туда налево. А, потому что мне нужно... Я надеюсь, что там будет какой-нибудь компаньонище. Компаньонище, да?
Или может на базу уже пойдем? У нас... Так, во-первых, мы поедим. С голодом все в порядке. Сейчас упадет наш холод. Ой, извиняюсь, в другую сторону. В другую сторону. Так, пойдем немножко холод сделаем или не сделаем. Не, давай пока еще нормально. Давай еще немножко здесь постоим, пару клеток он уберет сейчас, да, и мы сделаем их. Ну, сейчас буквально парочку. Буквально парочку. И пойдем с тобой вот сюда. Да. Мы пойдем сюда и посмотрим, что там, и вернемся уже вот так вот, вот сюда вот, и вот так вот, и вот здесь. А, вообще, Вася, красава, да? Да, так. А пошла метель. А пошла метель, братан. А иди-ка ты нахер. А иди-ка ты нахер. Да, я пережду метель. Я часик отдохну тогда. Ну, а почему бы и нет, с одной стороны, да? Отдых. Рюмс, рюмс, рюмс. 2 часа отдыхаем. Встаем и валим. Ну, голод-то голодом, насрать на голод. Метель ушла? Нет, минус 20. Ну да, прикольно, минус 24. Нет, сидим, значит, кукуем. Кукуем немножко. Так, берем в тайнике еду. Берем в тайнике. Да пошел ты в жопу. Слышал? Слышал, что я тебе сказал? Пошел в жопу. Вот так вот делаем. Садимся и... А подожди, а что я могу в ремесле? А, ничего не могу. Что для этого нужно? Старый лес и волокно. Обшивка из обрезков. Но мы сделаем себе шубу скоро. Не переживай. Нет, мы... А что это такое? Два... А что это за показатель? Подожди. Я что-то упустил. Что это за показатель? Что это за показатель? Снежная буря закончилась. Дзынь на охоте. Так, еды. Еды. Ну давай на всякий случай еды. Ням-ням сделаем. Так, мы сюда идем вот так вот. Сюда закидываем еду. И отсюда валим нах. Так, как мы, как и договаривались, мы идем туда направо. Туда вот направо, да. Да блин, ну как ты достал? Ты что так медленно бегаешь? Не беси меня. О! А вот и сбор, всякого говнища. О, корни всякого говнища. Живчики, клинники, живчики, все остальное, да? Так, если я здесь так вот сделаю, я же не умру, да? Все. Да блин, да надоел ты со своей стаминой, а? Со своей стаминой меня затрахает. Мне кажется, скоро. Ага, что это я там не собрал в свое время. Так, здесь у нас сбор, я так понял, дерева, да, осуществляется. Сбор дерева. А это что? А это мой дом там уже начинается. Да. Так, здесь у нас сбор дерева, всякое говнище валяется. Всякое говнище валяется. Так. Так, там есть какой-то сундучелло есть. Опа. Это кто? Куда ты там бежишь, ёптель? До свидания, ё-моё. Все? Тох? Дай пожрать. Не, не пожрать, а что он там дает? Зловещую сущность он вообще, по идее, мне должен отдать. Но он что-то... Смотри-ка, а, скотина. Не дает. Ну ладно. Ну ладно. Так, там кто-то еще сидит. Смотри, в засаде типа. Подожди, а здесь в доме как я уже был или нет? Я что-то не помню. Он, смотри, он мне не пока. А, наверное, я был. Ну ладно, пойдем тогда туда, мы загасим сейчас этого ублюдка. Упыря. Опа. Ну начинается, а?
Так, и там мы тоже можем поискать кое-какое говнище, которое может нам пригодиться в будущем, да? Так. Зови не ушло отсюда, но смерть все еще витает в воздухе. Да-да. Да-да, ты еще что-нибудь скинешь или нет? Или все? Все? Ну давай, булькой. Буль? А, тут еще олень, смотри, есть. Нормально. Олень нам нужен пока? Нет, наверное, не нужен пока что олень, олененок, да, наш? Мы придерживаемся нашего плана, мы идем, собираем здесь всякое говно, смотрим... я не могу нажать на букву В, что за бред? Собираем тут всякое говнище. Так, тут еще есть бочка с медом. Ай-яй-яй. Камень искр, можно зажечь бочечку тут на всякий пожарный, да? Так, дровишки и стрела. Я не очень понимаю, ну, то есть, подожди, мне нужно по смыслу игры, надо зажигать каждую бочку или нет? По идее, как бы, если я буду зажигать каждую бочку, мне нужно поддерживать будет огонь в ней, да, или нет? Я что-то путаю. По-моему, да. Так, вон там мы сейчас разберемся с этими носорогами. Тихо, кто меня заметил? Кто меня заметил? Нихера ты меткий. Ты чё, упреждение взял? Хорош, смотри. Он на упреждение, прикинь, взял, чуть не попал меня. Или попал? По-моему, не попал. Или попал? Попал или не попал? Нет, вроде не попал, все нормально. Так. Ой, смотри, как много всякого говна. Замечательно. Блин, а мне нет смысла туда сейчас врываться, убивать, потому что, смотри, у меня весь инвентарь полный. Чего я там возьму? Камень искр? Зачем? А мне ничего не нужно. Блин. Хотелось бы сюда вернуться и уничтожить это говнище, да? Зловещие. Но! Так, смотри. Тут сундук и бревна опять. В смысле, ну дрова. Ну бревна, дрова, какая разница. Ну не, разница, наверное. Нихера ты, слышь. Я сейчас попал или не попал? Неожиданный такой, типа, да? Так... Ай. Давай еду съедим. Р. А это возьмем. Так, нажимаем буковку V, чтобы все увидеть. Так. Открывающий осколок, отлично. Подожди, я что-то там еще нашел. Что мы там не подобрали, смотри. А и там что не подобрали? Что за бред? Ты че, братан? Братюня? Ты чего? Ты че, ну хорош. Да блин, ты забывай, я про стамин, он меня бесит, а там. Так, еле держится на ногах, он идет в жопу. Так, хорошо. Так, ну погнали, короче, к базе. Будем делать себе мехалуши. Ну или типа что-нибудь того. Так, блин. Не получается. Опа! Ты че, говноед? Я тут... Я лутаюсь тут вообще-то, говноед. Ты че? Так, камень дашь? Камень дашь или не дашь камень? Не даст камень? Потом.
Ладно, слушай, здесь мы оставили здесь кое-какое говнище. Ничего в этом страшного нету, поэтому давай-ка мы сюда сейчас побежим. К базе немножко, да? Так, уберите свой меч, дурацкий. А вон там плевун еще сейчас его и вот там. А дай я-ка его вот так сделаю. Слышь, дай мне этот. Знаешь? Ну ладно. Ладно, пойду. Так, корень я могу живучий, да, фигачить? Калинник могу тоже. Калинник тоже могу, да? Так, что-то еще, все, вот там. Так, там сумки две осталось. Помним об этом или не помним? Опа! А рядом с нами, смотри, какое говно выросло. А как так-то? Почему? Подожди. Как ты смеешь бросать мне вызов? Да как? Ну вот так вот, чего? А как ты хотел? Слышь, а ты мне ничего не... Давай-ка сюда, это говнище. Так, все. А, слушай, а мы в этой стороне с тобой вообще не были, оказывается, да? Оказывается, получается, что не были. Это печально. Это печально, да. Да блин, да стамина хорош, ну шмыгаешь. Шмыга-шмыгуля, ну хватит. Так, убери ты меч свой, дурацкий. Он никому не интересен. Так, а здесь что? А, не, здесь мы вроде побирались с тобой, да? Слушай, ну видишь, на стриме не очень все время можешь сообразить, что делать надо. Поэтому, да, извиняйте, ребят, извиняйте. Да, много чего здесь. Я и здесь, видимо, где-то шастал в ледниках в этих. И, видимо, дальше не заходил. А тут у нас, видите, проблемчики, проблемчики. Так, давайте посмотрим на карту. В принципе, зло мы немножко отодвинули. Справа нужно отодвинуть немножко. И продвигаться вперед. Вот что за показатель вот это, я не... А, подожди, нет, не знаю. Это на, если я отдыхаю, оно растет. Это типа нападение на... или что? А, может быть и нападение в натуре, потому что мне это нужно сделать укрепление своей этой башни. Или как оно? Ну, ты понял, да? А так как я... соратник теперь больше доверяет вам. Встретить соратником на тренировочной площадке за башней убежища. Для чего? Он меня что-то учить нужно будет? Я его сам могу научить, кому угодно. А чего там? На площадка за башней... Игра вылетела, ребята, поэтому я закончу данную серию именно на этом. Ребят, всем спасибо за просмотр, за лайки. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыгов. Всем счастливо, всем пока.